Мы каждой родиною гор, любим Тверь и любим спорт. Ну, а коль мы патриоты, то как пчелы слепим соты. Соты не для красоты. Что получится в итоге, мы увидим с высоты. Начинаем! Руки шире! Атлет, чемпион мира, Европы, заслуженный мастер спорта России, олимпийский чемпион Афин 2004 в беге на 800 метров Юрий Барзаковский, вице-президент Федерации легкой атлетики России. Дорогие друзья, несколько слов. А давайте начнем с Юрия. Юрий, вы первый раз в Твери? Да, действительно, я первый раз в Твери. Вчера вечером приехал, даже удалось побегать. Очень приятный город, очень хорошие люди. Мне даже удалось пообщаться с местными, так что я впечатлен. Спасибо. Спасибо, Юрий. Дарья, вы буквально прямым рейсом. Вчера в Брюсселе, сегодня в Твери. Как перелет? Перелет немножко долгий, но Тверь всегда принимает тепло. Это же мой родной дом, поэтому я всегда счастлива здесь. Спасибо, Дарья. Юрий Алексеевич, скажите, пожалуйста, как воспитать такую прыгунью? Она очень воспитанной пришла ко мне, и очень легко с ней было работать. Большое спасибо. Итак, дорогие друзья, 800 метров 800 метрами, Юрий Михайлович. А марафон вам бегать доводилось? Ну, если только в тренировочном процессе, в соревновательном никогда не было такого. Но я думаю, что все очень впереди. Ну, Дарья, наверное, можно не спрашивать. Да, мы на длинной дистанции как-то не очень. Я, в принципе, могу морально могу поддержать и буду сегодня это делать. А вот давайте, дорогие друзья, моральной поддержки теперь, чтобы не затягивать время старта. Итак, пожелания. Занимайтесь своим здоровьем, если своим здоровьем, здоровьем нации, здоровьем тверских людей. Я еще раз благодарю от вашего широкого сердца вот этих великих людей, которые стоят на этой сцене. И хочу вам пожелать здоровья, здоровья, здоровья. Будем мы все здоровы, будем счастливы и будем лучше в мире. Вас с праздником! И я хочу от вас, от вашего имени, от ваших широких сердец и больших душ поздравить этих великих людей и вручить награды города воинской славы, города Твери. И первую награду во славу подвига Михаила Тверского я хочу вручить первому тренеру Дарьи Клишиной, Юрию Кириллову. Дорогие друзья, звучит официально. За многолетний добросовестный труд, личный вклад в подготовку спортсменов мирового уровня наградить памятным знаком главы города Твери во славу подвига святого благоверного князя Михаила Тверского Юрия Алексеевича Кириллова. Памятные призы Тверская, Горькая и все остальное. Это после окончания марафона, дорогие друзья. Поздравляем, Юрий Алексеевич, аплодисменты не смолкают. И еще одна награда. Хочу вручить награду во славу подвига святого князя Михаила Благоверного нашей звездочке Дарьи Клишиной. Браво! За личный вклад в развитие физической культуры и спорта, достижение высоких спортивных результатов наградить памятным знаком главы города Твери во славу подвига святого благоверного князя Михаила Тверского Дарью Игоревну Клишину! Хочу наградить великого спортсмена.
скорей! Включай! Давай, давай, скорее! Все, решали все.
сейчас что ты стоишь, что веди сюда. Сказали, не накидывайся. Они сами дайте. Дайте мне нормально. В ближайшие минуты нас с вами ожидают самые массовые старты стартовых марафона. На дистанцию выйдут участники забегов на 10 километров, участники корпоративной забега, а также участники марафона на 42 километра. Мы желаем им удачного забега вместе с вами, дорогие зрители. Приходите, отходите, ребятки, тут еще. Встали прямо на дороге. И крупники сюда! Слушай, там пошел так. Девчонок немножко расспрошу. Девчонки, давайте рассказывайте, как прошел сегодня ваш забег. Так, Алена, номер 056. Давай, рассказывай. Было сначала хорошо, потом закислились ноги, но я добежала. Добежала, но было трудно? Ну, так. А это был твой первый забег или ты уже участвовала раньше? Я уже участвовала. Ого, и какой это уже по счету? Четвертый, вроде. Четвертый, друзья, это достойно аплодисментов. Аплодисменты нашей чудесной Алене. Спасибо тебе, Аленушка. Так, следующая прекрасная Аленушка, рассказывай, для тебя это был первый забег? Нет, второй. Ого, второй. И какие у тебя ощущения сегодня? Было страшно, но я надеялась и верила в себя, что я прибегу первой. А тебя сегодня кто пришел поддержать на твоем забеге? Мама и... Тетя Марина. Мама и тетя Марин, помашите ручки нам. Ура, друзья. Ну что ж, поаплодируем нашей замечательной Аленушке. Аленушка, молодец. Ну и самая старшая Аленушка среди нашей прекрасной троицы. Рассказывай, для тебя это был первый забег? Второй. Второй. А можешь сравнить ощущения в прошлый раз и сейчас? Когда было сложнее, когда легче? В этом году было легче. Почему? Ну, я выросла. Она выросла, друзья, это тоже достойно аплодисментов, я считаю. Итак, девчонки, мы вас тоже не зря сегодня пригласили на эту сцену, и мы предлагаем вам выбрать из нашего прекрасного барабана первого счастливчика, да? Да. А кто первый? Кто хочет выбрать следующего счастливчика? Ты у нас самая смелая, видимо, да? От
отличников. А сейчас мы будем крутить барабан. Подожди, подожди, там что-то хотят докинуть? Давай, 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 давай. Докидывай, докидывай. Может быть, это будет счастливый билет, кто знает. Отлично. Есть ли еще желающие, кто хочет докинуть сюда билетик, пока не поздно? Давай посчитаем до пяти. Итак, раз. Кто-нибудь хочет кинуть билетик? Два. Давайте, ребят, поможем мне. Отлично, пять. Я думаю, Маш. Машенька, время крутить барабан. Так, Ален, ты готова? Готова барабан крутить? Можешь пока положить книжечку? Клади. Итак, Маш, помоги Алене. Давай. Волнительный момент. Крутится, крутится наш барабан. Давай еще раз крутанем. А, о, ты такая сильная. Не только быстрая, но и сильная, Алена. Так, давай еще раз аккуратненько. Отлично, все наши номерочки перемешались. Ну что? И теперь нужно аккуратненько достать оттуда какой-нибудь билетик. Давай, тащи. Твой тащи. Алена хочет еще один приз, видимо. Итак. Итак, следующий победитель номер 32. 32, поднимись, пожалуйста, на сцену, если ты сейчас здесь. Номер 32 поднимается. Девчонки, вам большое спасибо. Берите свои книжечки, возвращайтесь к своим болезням. Сейчас самую толстую возьмешь. У меня тоже такое ощущение. Да давай, давай, какая у тебя приглянулась больше всего? С животными? Давай, давай с животными. Понравилось? Ты довольна? Да. В следующем году будешь бегать? Да. А родителей подтянешь с собой? Да.
взрослая. Мне кажется, это не подлежит вообще оспарению, то, что ты уже взрослая. Ну хорошо, у тебя сегодня счастливый билетик номер 32, и ты, конечно, тоже получаешь свой замечательный приз. Так как ты у нас уже взрослая, ты, наверное, любишь читать книжки. Любишь читать? Да, да? Отлично. Мы вручаем тебе замечательную книжку в подарок. Друзья, аплодисменты нашей замечательной участнице. Смотри, ты у нас такая взрослая, Милен. Мы тебе предлагаем тоже сегодня покрутить наш барабан и вызвать следующего счастливчика. Готова? Давай крутить вместе. Клади книжечку. Давай мы поддержим, а ты крути. Так. Отлично. Ну что, готова доставать? Давай, открывай. Что-то там даже приклеилось. Так. Вот. Итак, номер. Сама прочитаешь? Давай. 223. Вот так. Номер 223. Сейчас все проверили свои стартовые номера, друзья. Номер 223. Ты есть на нашей замечательной площади? Номер 223. Мы ждем тебя. 223. Номер 223. Кто-то машет отлично, ручками. Отлично, так. Отлично. Ждем номер 223. Ага. Так, Милен, спасибо тебе огромное. Забирай свои призы. Мы за тебя очень рады. Обязательно участвуй в забегах. Будь самой здоровой и красивой. Договорились? Все, спасибо тебе. Беги скорее. Так. Итак, Никита Лаврентьев, номер 223. Мы ждем тебя прямо сейчас около нашей сцены. Ольга и Денис Лаврентьевы, приведите сюда, пожалуйста, участника сладкого забега. Он попал в призеры. Пожалуйста, быстрее. Итак, пока наш участник подходит за своим призом, нам хочется наградить одного очень особенного участника сегодняшнего. Здравствуйте! Скажите, пожалуйста, как же сегодня так вот вышло, что вы вместе участвуете? У меня еще дочка, и с ней нужно было бежать. Ей 3 года. Вот так, еще одна замечательная девочка, которой 3 года. Это очень здорово. И как ощущение бежалось вместе, как вам сегодня? Хорошо, легко. Не было тяжело? Так, мне кажется, такое не может быть тяжело. Это наоборот только в радость. Спасибо вам большое, что вы сегодня с нами. Мы вручаем вам приз для самой младшенькой, которая скоро подрастет. И я думаю, для еще одной вашей девчонки, пусть тоже растет вам на радость всего самого замечательного. Друзья, давайте еще раз проводим аплодисментами. Вот так вот. Всем возрастам бег покорен сегодня. Вот, и к нам как раз подошел замечательный номер участник, 223. Номер 223. Так, его, по-моему, интересуют бегуны больше сегодня. Иди скорее сюда. Так, вы рассказывайте, как вас зовут? Никита. Никита. Никита, я думаю, впервые бежит свой марафон. Марафон первый раз, да. Первый раз, здорово. И как вы думаете, сегодня ему понравилось? Ему больше нравится болеть, чем... О, за кого вы сегодня болеете с Никитой вместе? Вот за всех, кто бежит, за тех и болеем. Мне кажется, благодаря такой поддержке атмосфера вот эта дружественная и сохраняется. Правда, друзья? Ну что, ура! Давайте вместе ура! Никитушка! Никитушке тоже подарок, как счастливчику сегодня. Растите, бегайте, радуйтесь всего самого замечательного. Так, ну... Будем тащить тогда сами? Давайте, пока Никита у нас спускается. Настало время объявить след. Don't.
Thank you.